фонарик такой мы делаем. Радость наша. Не наша, ваша. Для этого. Берегите кошельки, пацаны. Привет, мой хороший. Мам, у меня новый друг. Воспитатели зовут его Радость, но на самом деле его зовут Миша. Ну, наверное, он просто всем радость приносит. Значит, он хороший? Подожди, а как его фамилия ты говоришь? Ну, не помню, связано что-то с радостью. Радость! Пойдем. Здравствуйте. Здрасте. Какой красивый у вас велосипед. Ну да, только им сыт не будешь. А давайте я у вас его куплю. Смотри, а почему на моем велике Радость едет? Так это и есть твой друг? Ну да. Не дружи с ним, и ничего хорошего из этого не выйдет. Он его украл! Когда ты все поймешь. Слушай, как тебе мои друзья? Нормально, только Радость какой-то грустный, задумчивый. Ты че к нему постоянно цепляешься? Слушай, что ты его вечно защищаешь? Если тебе что-то не нравится, иди к нему. Я люблю, в книгах не пишется, снах не причудится, только почувствовать, если не верь. Смотри, я так устал, дерзя себе, ничего не говори. Там Радость пришел. Знаешь его? Ну да, конечно. Он же у них там самый деловой. Значит, деньги есть. Давай это работает. Теперь почувствуй, каково это, когда забирают твое. Ничего не говори. Давай, давай, девчонки, он у нас парень видный. Ответ, когда ты все поймешь. Просто куда? Я вырву из груди. Как я люблю, в книгах не пишется, снах не причудится. Что случилось? Ну, значит, четвертая группа крови. Она самая редкая. У меня четвертая. Давай скорее в машину. Всегда Руслана против тебя настраивала. А ты мне сына спас, получается. Руслан, Миша, твой родной брат. У вас один отец. Так что ты тоже Радость наша. Помнишь, ты мечтала о камере? Мы с Мишей решили тебе ее подарить. Лен, ну в итоге мы по подарку что решили? Слушай, ну он фотографировать любит. Может быть, камеру ему подарим? За рулем, бро, это бро, моя бронь. И ты попробуй только брат. Не стой на месте, он уже скоро будет. Ну вот, я же сказала, иди встречай. Ну чё? Здорово, братик. Спасибо, что писал. 10 лет. 10 лет за решеткой. Не переживайте, я сейчас все уберу. У меня к тебе дело. Ты видел своих соседей? Как они живут? Сегодня ночью они уехали в город, а дом пустой. Ты в своем уме? Нас же посадят. Я не хочу в тюрьму. Че ты ведешь себя как тряпка? Я больше сяду. Сделаем дело и сразу же уедем. Машину я уже подогнал.
Знаешь, брат, за 25 лет я не был таким смелым. Это лучшее, что в моей жизни происходило. Какие машины ты окружил? Чё, боишься? Да. Не бойся, вместе мы все сможем. Ну что там? Этот псих-сирота. При обыске в его доме был найден лишь разбитый цветок. Этот ублюдок залез в дом и убил маленькую девочку. Тут урод с раздвоением личности? Да. Девочка, девочка, подожди. Девочка, это тебе. Так, молодой человек, не надо вашей подачи. Девушка, успокойтесь, все нормально. Будет возможность, вернете. Делай добро, и она обязательно к тебе вернется. Сказал, твой полет всего лишь сон, и ты летать. Молодой человек, у вас что-то случилось? Да, по траве. Не могу домой ехать, не знаю, что мне делать. Не переживай, я тебе помогу. Делай добро, и оно к тебе обязательно вернется. И не думать, как приземлиться. Согласен, братан. Саша, он до сих пор трубку не берет. Как живот, порождаем мечты. Фон горячих окон, тебя открыл мне ты. Нежный яркий цветок, не тронутый как дитя. Наивный... Смотри назад. Дебил, какой раз меня отсюда вытаскивать? Будет лучше нам, поверь. Отсюда я сам разберусь со своей чем жизнью. Чем там разберешься, дебил? В туманных лучах я насквозь и вокруг тебя рассмотрел. Только ты ничего не знала обо мне. Малиновый закат. Смотришь. И когда ты уже повзрослеешь, на кого я мать должен оставлять? Что ты сдур? Что давно, если ты ничего не знал обо мне? Твой братец нам денег должен. Вполне. Русь, можешь спуститься помочь вещи притащить? Слушай, закурить не будет? Желаю солнца, желаю ветра пацанам, кто давно ушел на небо. А тем, кто не был, желаю быть живым, yeah, и вечно молодым, пока... Руслан Саитович, капитализация нашей компании превысила 1 миллион долларов. Поздравляю. Спасибо большое. Вы долго ждали. Время пришло. Ребят, извините, вы не видели? Эксперимент номер 6 убежал. Не видели? Но здесь только что пробегал. Девушка, извините, вы не видели? Здесь номер 6 элемент. Самый опасный сейчас. Девушка, извините, пожалуйста. У нас здесь неудачный эксперимент. Просто номер 6, экспонат, которого мы растили, он просто взял и убежал. Можете себе такое представить? Это что за развод? Ты
Девушка, извините, вы не видели? Эксперимент номер 6 только что убежал. Мать его.